5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки, меня зовут Люцис, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд обычной базы Саскиан 1. Я уже рейдил ее где-то раза 3 или 4 за последние 2 месяца. Не знаю, что она так не попадается часто, но она ни в коем случае не кошерная. Так, ну тут, как обычно, одна сиха, здесь 5-6 ящиков, одна С4 и 5-6 топориков, и все. Больше тут делать нечего. Готово. Две волны позади, все ящики открыл. Так, здесь мы еду заберем. Морковка, пусть будет. Хотя не особо кошерный лут на данный момент. Так, это у меня, вот это у меня украли, вот это у меня украли. Три бутылки воды, я заберу 20. Вот это у меня украли. Еще 20 вяленого мяса. Тут почему-то 13. Не знаю, это тоже заберу. Не знаю зачем. Если что-то будет поинтереснее. О, глок. Глок это хорошо. Мачете это хорошо. А топоры зачем? Мне топоры больше-то не нужны. Если что, один мне хватит. Бинты заберу. Броня тут надбита. Мне такого не интересно. Здесь, блин, мне это нахрен не надо. Вот это часто выпадает квест. Типа нанести урон там дубинкой. Сколько-то. Или убить кого-то дубинкой. Ну, вот это тоже. Угу. Вот мои 20 вяленого мяса. Вот это заберу. Вот это красный талон заберу. И кожу. Идем дальше. Еще кожа, микросхема, батарейки. И больше ничего интересного. Так, кстати, вот так сделаем, наверное. Мачете мы сюда положим, чтобы оно место меньше занимало. Изолента тут одна. Смысла забирать нету. И вот мои 3 бутылки воды, кстати. Так, и здесь... Ну, здесь уже поприличный лут. Я вот так даже сделаю. И вот. А что заменить? Не хочу байк идти. Пусть будет так. В общем, у меня украли 1 микросхему, 2 бутылки пива, 1 бутылку крепкого алкоголя, 3 бутылки воды и 20 вяленого мяса. И вот это заберу, заберу, заберу. Вот так. А, стоп, пивасик. Забираем. Ну все, можно в принципе сваливать, больше тут ничего интересного нету, здесь тоже ничего нету. На этом все, пока-пока, до скорых встреч.